либо капремонт, либо заключение о признании аварийности. Жителям дома 12 на Дубровской улице предлагают начать активные действия, чтобы здание было расселено. По официальным данным, во Фрунзенском районе расселили все здания, признанные непригодными для проживания. Это двухэтажное здание, построенное еще в конце 40-х, капитально ремонтировалось лишь однажды. Эту комнату администрация расселила и посчитала ее непригодной для жилья. А получается, что она непригодна, а все остальные пригодны для жилья. По информации администрации Фрунзенского района, дом номер 12 не признан аварийным, потому что никто из жильцов не заявлял об этом в межведомственную комиссию. Обратиться к специалистам еще не поздно. Начать можно с районного жилищного агентства. Комиссию сформируют из независимых экспертов. Если эксперты посчитают, что после подачи заявки жителями дома, эксперты признают аварийность дома, то, соответственно, в тот же момент будет издано распоряжение администрации Фрунзенского района о необходимости расселения. И жилищный отдел администрации займется поиском вариантов для расселения этого дома. В декабре прошлого года районная администрация нашла деньги на ремонт здания, правда, только косметический и лишь второго этажа. В настоящий момент дом стоит в очереди на капитальный ремонт. Если статус постройки не изменится на аварийный, приводить жилье в порядок власти будут в два этапа, начиная с 2018 года.